2 июля 2015 года. Вот провожаем нас Ксюшу. Эй, Бог, за меня раздай себе. Поранила себе ногу в воде. А где ее кроссовок? Вот сейчас отец приехал, забрал ее. Несет на руках. Дядя Костя, свои им забыли. А 10 раз колокол они не ударили. Дядя Костя, палку не будет. Да сейчас не дает его уже. Иди садись, моя зайка, с той стороны. Смотри, я сейчас нашел. И Лера уезжает тоже. Кому вы мне запустите? Будь здорова. Галерия, посмотри. Я синюю взял, вот свой пакет. Мне они говорят, на скамейке. Но я его подхватил. Забери! Нет, сувенирчик держи. Все? А вы свою палочку не будете брать? Я тебе дам, да? Дам. А вы свою палочку не будете брать? Ломай! Зубом ушла, врачу. Все? Рот открыла. Что ты говоришь, Виктор? Да я говорю, зевала, рот открыла. Зубного врачу пришла. Я нужден, да? Котя. Вот наш кот. Мурлыка. Серенький. Уже с утра обошел всю свою территорию. Весь сырой из-за травы. Чё кричишь-то? Дядя Костя, а 110 раз сколько будет ударять? Ну да, 5 раз. Скажи, я в деревне всё разбудил. Галерия, кто там разбудил? 10 раз. Разбей по голоду. Отход. Ладно, слава Богу. Все, братья. Давайте. Ну, с Богом. С Богом. Молимся, крепкие. Снимите. Раз. Господи, благослови. Пресвятая Богородица, спаси. Все святые молитвы Бога нас. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Все, благословляйте нас. С Богом. Сейчас у вас новое место для молитвы будет. Еще тетя Галя не знает. Постель, ну пока в руках возьми, пока в руках, а там сейчас до домика заедем. Все, Богом сейчас оставайтесь. Все, отходи, я пусть знаю, что Ксюша поранилась. Отходи от машины. А где девица куда? Нет, все уже уехали. Все остались, все уехали. Все уехали, действительно. Мне такое чувство, как будто конец сезона, и завтра я уеду. Завтра. Так, все, пошли на молитву.